Всем добрый день! Вы на канале Начинающие дачники. Сегодня в своем видео я буду рассказывать, как я буду сеять капусту на рассаду. У меня здесь сегодня три сорта есть. Июньская капуста, которая ранняя совсем, которая средний-поздний сорт и поздний сорт. Мы возьмем сегодня капусту. Вот здесь у нас вот она не обработана. Я не буду их ничем обрабатывать. Я знаю то, что как бы все равно взойдет. Вот. И надо сеять. Я взяла лоточки. Здесь 18 штук. Буду по 2 пробовать сеять, потому что посмотрим на всхожесть, как она взойдет, не взойдет. Посмотрим. Углублять тоже не буду я ее. Так что вот так вот мы по 2 как бы будем сеять. Остальное я в лоточек посею. Вот. Всхожесть должна у нас показать где-то на 3-4 день уже после посева. Итак, я буду со всеми видами капусты делать. Я посеяла. И теперь где-то сантиметр добавлю еще грунта как бы наверх. Приминать тоже ничего не буду. Все аккуратненько. Капуста не любит, чтобы ее прижимали. Присыпали мы с вами все грунтом. Ну, сейчас поливаем. И теперь мы с вами убираем это в пакет. Или у кого-то пленка. У меня пакет. Потому что такие кассеты как бы только или пленка, или пакетом. Больше не так. Так завяжем. И убираем. Ну, я, допустим, поставлю на подоконник. Как бы там сейчас и тепло, и солнышка такого нету. И через 3-4 дня, когда уже будут первые всходы, мы с вами развяжем пакет и уже поставим прохладное место. Ну, я поставлю, наверное, на балкон. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.